60-летняя звездная бабушка рассказала о личной жизни. Симона Юнусова заявила, что не видела внука Ратмира 2 месяца. Мама рэпера добилась успехов не только в воспитании детей. Она реализовала себя как успешный блогер. Симона Юнусова часто публикует фото с сыновьями Тимуром, Тимати и Артемом, а также внуками от старшего наследника. Женщина иронично высказалась о правилах игры в соцсетях. Людей всегда будоражили интриги, скандалы и расследования. В нынешней ситуации самоизоляции это особенно обострилось. Подсматривать в чужую замочную скважину – особый вид удовольствия, а слив застоявшихся в четырех стенах эмоций – вид развлечений, отметила она. Юнусова вспомнила, что начала вести свою страницу за 2 года до появления дочери Тимати и Алены Шишковой Алисы. Рождение внучки наполнило жизненным смыслом. «Мне захотелось делиться с вами историей ее развития, так как жили мы вместе и Алиса росла на моих глазах». Параллельно стала писать свою историю, но, подумав, решила не продолжать, так как дальнейшее уже касается ныне живущих людей, к которым я отношусь с уважением и не хочу причинять дискомфорт. С Алисой я по-прежнему провожу много времени, но живет она с мамой, как и положено 6-летнему ребенку», — высказалась звездная бабушка. Симона отметила, что Тимур и Артем – взрослые люди, которые вправе самостоятельно строить свою судьбу. Женщина ответила на упреки хейтеров в том, что она больше посвящает времени Алисе, чем сыну Тимати и Анастасии Решетовой. Относительно второго внука. «Я не видела его уже 2 месяца с тех пор, как объявили карантин. Когда мы вместе ходили в бассейн или я приходила в гости, мне было чем вас порадовать, сейчас, увы. Где можно на него посмотреть, вы знаете?» – заметила мама рэпера. Юнусова высказала недовольство и разочарование поведением людей, оставляющих комментарии на ее странице и сообщения в директ. Она даже задумалась о детоксе от соцсетей. «Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство. У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться. Тогда зачем? Хочется делиться своим опытом с молодежью, но в какие времена дети прислушивались к старшим? В общем, вопросов к себе у меня больше, чем ответов», — резюмировала Симона. Мама Тимати потроллила Ольгу Бузову после ее видео в ванне с лапшой. Симона с гордостью показала умилительные кадры с внуками. Анастасия Решетова гневно высказалась в адрес хейтеров сына Ратмира.